Хорошо. Ты уже свое дело сделал. Блин, бедную ласточку взял, завалил, сволочь. Сима, что ты наделал? А? Что ты, сволочь, наделал? Иди сюда. Иди сюда теперь. При этом на все мои какие-то вопросы я получала ответ тут же, как-то изнутри. Они считывали мои мысли и опять же мыслями со мной общались дальше. Такое впечатление, что вот мы... Ну, что ты наделал? Скажи мне. Ну, мы понимали, и слов не было никаких. Так же и перемещались. Она нужна была тебе? Летала себе, летала. А ты что? Бессовестный котяра. Хищник. Что инопланетные гости перемещали их по всему космосу, показывали различные галактики. Пленение оказалось довольно интересным. Однако Волковы не могут сказать точно, было их путешествие по иным мирам физическим, или это было так называемое путешествие в астрале. Видишь, она боится теперь тебя. Конечно, боится. Придушил, наверное, собака. Мы, когда утром проснулись, было все такое состояние необычное для... Ну, что ты наделал, а? Симба, что ты наделал? Что теперь делать с ней? Выживи теперь, ласточка, или нет? Я тебя прибью самого, блин. На котлеты пущу, блин, сволочь.